так нравится на тебе кататься. Ты моя радость. А ты кто, зай? Я дельфинчик. Ты мой дельфинчик. Как вот этот розовый? Да. Ай, типа зимой. Только я уже устала, малышка. Слазит. Мамочки. Еще. Еще? Да. Ты же такая большая девочка. Ты была маленькая, я тебя все время катала так на ножке. Слышишь меня, моя любовь? Шарик у тебя. Девчонки, вы что шарики раскидали? Василисочка. Привет! Тебе не жарко? Давай я тебе сниму комбинезон. Набегалась, напрыгалась. Солнышко. И Софишке тогда захотелось. Да, в шарики тоже хочет. Давай, мамочка, тебя сейчас туда. Ой, я думаю, ей будет. Давай, ему должны от нее прятаться. От кого вы прячетесь, девочки? От лавы. От лавы. Ничего себе. Лиска, Лиска, Лиска. Скорее, скорее убегайте. Раз, два, три, три. Моя сладкая, пошли домой, зайенька, все уже. Наигрались, хватит. Василис. Ты тоже смотрит везде, все интересно. Ты тоже хочешь туда в шарики, да? Да? Дай маме шарик. Спасибо, доченька. Пойдем, пойдем, вот здесь. Мы с любимым смотрим фильм. «Один вдох» называется. Под фильмец тут у нас колбаска, сырочек, салатик. Компотик и чипсы. Приготовила я караягненка. Какие ароматы. На гарнир у нас картофель пюре. Картофель я взбивала миксером. Мне больше нравится такая пюрешка. Получается воздушная, очень вкусно. Моя тарелка. Димы. Сейчас будем есть. Василисочка занимается. Доченька, ты выбрала себе задание? Да, вот это. Так, подбери тени животных. Ну, давай, поехали. Найди мне тень лисички. Вот она. Правильно. Найди мне тень коалы. Молодец. А где сама коала? Вот. Это тень, да. Вот, правильно. Ты молодец. Так, тень обезьянки. Тигра. Моя умница так старается. Что ты нарисовал, доченька? Палочки. А это что? Это волны. Ты умница, правильно. Нарисуй дождик по образцу. Лисичка выполняет задание. Моя умница занимается. Вы многие спрашиваете, что это у нас. Сейчас вам расскажу. Мы купили сборник из более чем 4000 листов с заданиями. Сборник, развивающий задания для деток от 0 до 7 лет, которых до школы нам точно. Сейчас я вам все расскажу, подробно покажу. Я распечатала листы, которые подходят вашему ребенку на любой возраст. Можно начать, если ребенок маленький, да, можно начать показывать с аппликацией, вырезать все детали, дать ребенку только приклеивать элементы. Можно распечатать карточки с животными. Вот у меня тут животные с фруктами. Софишке очень нравятся эти карточки. Сейчас будем с ней заниматься. Лисочка, она знает цифры, умеет считать. Вот самостоятельно она прописала цифры. Моя девочка так старается. Такая аккуратная вообще. Сейчас вам быстренько расскажу. Конечно, за раз не покажу все задания. Постараюсь рассказать вам. Так, даже диплом есть. Ты моя девочка. Ну все, надо тебя будет на балет отдавать. Ой, ты моя сладкая. Ай так, ай ножкой. Софишка. Ну все, у нас дома появился телевизор. Дети счастливые, довольные. Василек, пой! Все. Ты не закружишься, зай? Пам-пам-пам-пам-парарам. Софишка, ты моя сладкая.
Быстрее! Танцуй, танцуй! Девочки, привет! У меня для вас радостная новость. Я попросила для вас скидку на сборник развивающих заданий деткам от 0 до 7 лет. Сборник сейчас можно купить за 390 рублей вместо 1890. Вообще, такая отличная возможность, поэтому оставляю вам ссылку, свайпайте, покупайте сборник, не пожалеете. У нас тут целый стол развивашек. Софишке очень нравятся вот эти карточки. Мы продолжаем заниматься. Давай, зайчик. Накорми животных. Поехали. Лисочке очень нравится занятие. Давай, зай. Обезьянка что любит есть? А, зайчик, морковку. Угу. Дальше. Мед. Кто любит? Так, дальше. Лягушка любит кого? Есть. Правильно. Ты моя умница. Так. Обезьянка что любит? Угу. И кто у нас еще остался? Белка. Что? У нас каждый день расписан. Сегодня мы еще делаем, вырезаем, приклеиваем из аппликации всякие зверюшки. Василиска выбрала льва. Вот видите, сама вот по этому образцу собрала льва. Дождалась клея. Расскажу вам про эти листы. Сделала папочку. Вот скоро будем изучать буквы. Да? Будем учить буквы, Василек? Да. Какая это буква? Правильно. А! Ой, какая вкусная дынька. Ешь дыню, мой зайчик. Дыня колхозница. Очень сладкая. Попробуйте. Закажите в ВК-маркете. Ссылочку вам оставлю. Что? Книжечка? Скажи, мама. Доченька. Скажи, мама. Дай маме книжечку. Спасибо, моя девочка. Скажи, мама. Мама, я тебе пойму на лапке, а потом будем заниматься. Это девочка, хорошо. Так, к нам приехал наш любимый ЭкоМаркет. Мы заказали продукты. В ЭкоМаркете все продукты органические, экологические. Заказала инжир, мне очень понравился, такой сладкий. Компот, компотная смесь, пюрешки детские, Софиюшки. Кстати, вот детский супчик очень вкусный с этими макарошками. Советую всем попробовать. Так, натуральная арахисовая паста, варенье,
Так, все время заказываем в Экомаркете вот такой паштет. Он есть куриный и из индейки. Нам очень нравится. Молоко, кстати, вот это вкусное. Хочу сегодня приготовить индейку из ягненка. Кстати, это товары недели. Цена 695 рублей. И шампиньоны маринованы для гриля. 95 рублей. Попробуйте. Рыбку красную заказала. Сыр. Сосиски, кстати, очень вкусные у меня. Их Василиска хорошо ест. Софишка что у нас ест? Соломку свою любимую. Что там увидела? Кто там? Папа? Да? Сладкая моя. Мясо еще заказали. Говядина для борща. Филе грудки куриное. Голень. Крылья. Здесь тоже филе куриное. Дыня колхозница. Очень люблю. Дыня, кстати, очень сладкая. Овощи, фрукты. Здесь картошка. Девчонки занимаются. Софишки карточки. Василисочка у нас цифры сама прописывает. Молодец. Покажи, дочур. Вот. Какая это цифра? Два. Правильно. А это? Это ты. Ты моя умница. Смотрите, видите, она все сама прописала. Единички вот хорошо тоже умеет писать. Ух ты, цифра 5, дочь. Василисочка, это какая цифра? 4. Ты моя умница. У мамы. Моя зайка, молодец. Что я наделала? Что такое? Вот. Ничего страшного. Мам, я испортила. Что ты сделала? Испортила. Испортила, моя хорошая. Не расстраивайся, я сейчас приберу все. Давай, давай дальше прописывай цифру 4. Не отвлекайся. Так, еще у нас карточки, доченька. Вот еще у нас есть карточки. Давай, это кто? Это белка. Так, а это? Это дерево. Что связывает их вместе, эти две карточки? Ну, давай, рассказывай, что белка любит. Белка любит золото. Так, а дерево почему? А дерево, а белка может полить, спать там и золото кушать. И... Василисочка, да. Давай, моя хорошая, будем заниматься. Да. Смотри на то, что у нас насморк, немножко простыли дочки. На улице просто колотун. И дома тоже не теплее. Так, давай. Что это у нас? Вот две карточки. Что это? Что это? Это пёс. Собаку любит. Угу. Косточку и водичку. Хорошо. А это что такое? Это будка. Будка. Это чей дом? Собаки. Ты моя умница. Всем привет. Дома так холодно. Капец, на улице еще холоднее. Отопление же еще не дали. Сегодня утром так вообще не хотелось вставать с кровати. У вас также дома холодно. Поэтому сейчас поедем, хотим купить обогреватель домой. Не знаю, какой взять. Либо масляный обогреватель, либо дуйку. Лучше масляный, да? Потому что дуйка, мне кажется, будет воздух сушить. У вас какой дома обогреватель? Как вы спасаетесь от холода? Друзья, хочу поделиться с вами еще одной нашей покупочкой. Я так об этом мечтала. Сейчас вам покажу. Это телевизор. Новинка 21 года. Именно такой я хотела. Завтра приду к вам, его установят, повесят на стену. Шарик у тебя. Девчонки, вы что шарики раскидали? Василисочка. Привет. Тебе не жарко? Давай я тебе сниму комбинезон. Набегалась, напрыгалась. Солнышко. И Софишке туда захотелось. Да, в шарики тоже хочет. Давай, мамочка, тебя сейчас туда. Ой, я думаю, ей будет. Мама, ему должны от нее прятаться. От кого вы прячетесь, девочки? От лавы. От лавы. Ничего себе. Скорее, скорее убегайте. Раз, два, три, три. Моя сладкая, пошли домой, зайенька, все уже. Наигрались, хватит. Василис. Ты тоже смотрит везде, все интересно. Ты тоже хочешь туда в шарики, да? Да, дай маме шарик.
Спасибо, доченька. Пойдем, пойдем, вот здесь. Мы с любимым смотрим фильм. «Один вдох» называется. Под фильмец тут у нас колбаска, сырочек, салатик, компотик и чипсы. Я поела уже макароны, я заслужила уже мороженка. Ты моя девочка, ты такая молодец. Вкусная мороженка? Да. Ну хорошо. Софишка? Вкусные макарошки? Моя девочка. Ешь макарошки. Смотри, она все съела. Ты большая молодец. Девчонки, вы такие